Но если наши заключенные – это часть нашего народа, а наш народ со своим чудовищным выбором регулярно приводит страну не туда, почему бы этим ребятам не развлечься столь оригинальным образом? Конечно, пусть и поголосуют, и их, в общем, здравомыслящим, ничего не натворившим особям этот процесс-то не по зубам, но тоже в качестве развлечения. Вроде как выбрали. Заключенные в данном случае не должны быть лишены футбола, туалетной бумаги и выборов, поскольку это все комфортные составляющие развлекательного комплекса для любого человека. Книжки читать, вот это совершенно не обязательно, а на выборы пусть сходят.